Баскетбольный клуб «Гомель» проиграл «Горизонту» в очередном поединке чемпионата Беларуси. Первую четверть игры минчане разбирали защиту соперниц, после чего ушли вперед на 31 очко. После перерыва «Горизонт» нарастил преимущество и добрался до сотни. Игра закончилась со счетом 104-42. К другим матчам тура «Горизонт» Двар ЦОП победил ЦОР «Виктория» 71-64. «Олимпия» проиграла «Цмоки Минск» 72-63. Следующая встреча пройдет 27 января. Гомельчанки будут принимать в гостях «Горизонт» Двар ЦОП. Начало в 15:00. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» завершились в Гомеле. Свое мастерство показывали спортсмены из всех регионов области. Юные биатлонисты боролись в трех возрастных категориях. Младший и старший первое место у команды Ельского района. За ним расположился Рогачевский. Тройку лидеров закрыл Жлобинский. В средней возрастной категории золото увезла дружина Рогачевского района, а Жлобинский и Ельский завоевали второе и третье места соответственно. Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира на велотреке в новозеландском Кембридже. По итогам четырех гонок мозырский велогонщик набрал 112 очков. Швейцарец Клаудио Имхов опередил белоруса всего на балл. Бронзовым призером в Омниуме стал итальянец Лиам Бертацца – 108 очков. Заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.